центральной библиотеке состоялась презентация книги Тейяры Велиметовой «В унисон с тобою». В зале собрались друзья и родственники писательницы, а также почетные гости. Новое произведение – это роман о любви, который герои пронесли сквозь годы. Когда я училась в институте в Баку, был такой случай. Были влюблены, потом, значит, расстались мои герои, мои подруги, и они встретились через 38 лет. И опять разворачивается сюжет. Много лет будущая писательница работала в педагогической сфере, а свой талант проявила некоторое время назад, написав первую книгу, посвященную легендарному певцу Муслиму Магомаеву. Тейяра у нас все-таки и преподавала, и работала в школе, и в детском саду. То есть у нее есть определенный багаж. И вот здесь он сейчас стал раскрываться. После нескольких изданных книг Тейяру Велиметову признало писательское сообщество. Она вступила в Союз писателей России, награждена Есенинской медалью и удостоена титула «Золотое перо Московии». «В унисон с тобою» – четвертая книга автора. В отличие от предыдущих книг, более легкое чтиво. Это то, что касается женщин, ее положения в обществе, ее отношений, ее взаимоотношений. Читатели отмечают, что с каждым новым произведением у Тейяры Велиметовой появляется свой стиль повествования. В книге она вкладывает не только продуманные художественные образы, но и размышления, основанные на собственном жизненном опыте. Тейяра Велиметова относится к тому, можно сказать, редкому типу творческих людей, которые не могут не писать. Вот они все время должны быть в состоянии творческого какого-то горения. Не успев презентовать свою очередную книгу, Тейяра Велиметова призналась, что уже работает над новым произведением. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ».